Абхазии. Мы сейчас в Абхазии. И смотрите, какой старый фуникулёр. Ему сколько лет? То есть это вот когда вот дерево вырезается и превращается в такое дупло. Там же вот одно семейство. Но это макет. Конечно, живые. Да. Так, ребята, пофотографируем по коже. Сейчас все за мной. Прикольно. Так, ребята, моя группа. Я думала, что они усыплены. Пофотографируйте и так далее по коже. Сейчас за мной. Офигеть! Как в бане. О! А там Дашка. Даша, где? Где? Смотри, Мишка уже на дереве залез. Плюс один на тарелке. Да, да, да. Они выглядят. Кулек, кулек, Женя, можно еще один? Кулек уже разобьется. Кулек, кулек сделал. Ну, помоги матери. Вот эти зеленые крыши. Вот там можно попить кофе обязательно. Смотрите, если нужно поменьше людей, но побольше зелени. Идем все направо. Только единственное, что... Да, это сейчас у них все дома. Дальше. Если нужно побольше его. Ну и там. Идем направо. Гуляем и так далее. Мы с вами подъезжаем. Набережная Сухума. Знаменитое кафе. Кофе и Кадрикаловка. Сейчас попробуем.
невозможно, Саша. Классное ощущение. Вообще. Пробираемся здесь, пробираемся по таким вот улочкам. Обувь должна быть не скользкая. Какая-нибудь. Это капец. Все ходят, короче, такие цилиндры. Шатается просто. Так, ну что тут? А? Что здесь? Что тут шатается? Мы сейчас находимся в Адлере, а вот 10 год назад ничего не было, в этой площадке не было, здесь просто какой-то песок там или галька. Он там садится на посадку самолета, а этот наоборот взлетает. А сейчас вот понастроили всего. Трусы. 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 Трус
такое крутяк. Там, конечно, проката нет. Чтобы курс не увеличивать, мощность падает. Но именно правильно. Давай, не, лови лучше. Тысяча 600 с копейками над уровнем моря, по-моему, вот это здесь высота. Это этот. Ну сколько горочки как покатались. Ой, ты знаешь, добрый вечер. В этом сезоне что-то у меня не пошло к коньковым, да, я решил это не кататься. Ну сложно, да? Кататься без тяжело. Медленно все получается, но все-таки. Когда один, то у тебя все получится. Спасибо, я учу. Пошли в спинспорт, берем инструктора и научимся кататься. Вы умеете? Ты умеешь? Конечно, я только что слышу. Нет, это я поняла. Пойдемте. Вот так. В запрещенной сети Инстаграм и быть уже в курсе развлечений на все, что предлагают курорт. Для деток есть куда сходить, ярмарочная площадь, кинотеатр на высоте 960 метров, он под открытым небом. А внизу закрытый кинотеатр есть, в горке моря, Панда-парк.